Готовим одно из самых главных осенних блюд – галушки с мясом. Готовим тесто. 300 грамм картофельного пюре, 100-150 грамм обычной муки, грамм 100 манки, одно куриное яйцо и добрую щепотку соли. Замешиваем тесто. Наше тесто готово, даем ему отдохнуть 15-20 минут. Пока тесто отдыхает, подготавливаем начинку. Мелко шинкуем любимую зелень, туда же отправляем щепотку соли и немножко молотого перца. И все тщательно перемешиваем. Готовое тесто раскатываем и нарезаем на небольшие кусочки. Немножечко расправляем тесто и в середину выкладываем нашу начинку. Знакомьтесь, картофельная галушка. Галушки отправляем в кипящую подсольную воду и варим пару минут. Чтобы галушки были еще вкуснее, обжарьте их на сливочном масле с жареным луком. Это пушка. Всем мира, любви и теплой осени. Пока!